Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами полный трэш. Будем пробовать собрать новую героиню Кровавую Мэри. Посмотрим, что у нас получится. Сегодня наконец-то ее добавили в острове со стороны. С одной стороны, это печаль для бездонов, для донатов, в принципе, более-менее терпимо, потому что они зефиров, что так могут собрать с базара, что могут. Осколки докупить бездонам, конечно, печально, потому что максимум ребята там половину пособирали. Ну, кто багами собирал, кому больше повезло, некоторые ребята пособирали немножко больше, а XG это держит в тайне, они ничего с этим не делают, но баг уже прошел. Так, ну а у нас сегодня мега-мега-мега роллинг, вот так вот, 1500 пыльцы сегодня у нас получилось забрать, и мы попробуем хотя бы посмотреть шансы. Я прекрасно понимаю, что максимум мы словим осколков 50, не более того, с такими шансами, потому что максимум дают 5 осколков, также есть один осколок, два осколка, и за 10, по сути, это у нас что получается? За каждых 10 тычек, 10 тычек это 50, 30, ну 60 осколков, хотя может больше соберем, посмотрим. Так, окей, поехали. Бум, бум. 1500. Так, let's go. Посмотрим, какие же все-таки шансы, какие награды. Дуэлянт, два осколка. Это, конечно, трэш. То есть шансы уже видно, что она вообще практически не падает. Вот, упало нам два осколка, нифига себе. Да ты что, 4 осколка, ребят, 4 осколка Кровавой Мэри у нас уже есть. Это просто полный трэш. Как видите, она, ну понятно, она рано или поздно соберется, то есть там 1, 2, 3 они будут продавать другие осколки, но посмотрите вот на эти плюхи. То есть максимум, что вы будете получать, это по 2 с 10 ударов. Это просто жесть. Это максимум 2 осколка. То есть у нас по сути... Мы в основном ее собираем просто тупо. Даже дуэлянт тот же самый, нифига не падает. Насколько похерили все награды? Два осколка, один осколок. То есть кто успел, тот успел. Кто не успел, тот не успел. В итоге мы имеем за 150 тычек всего лишь 8 осколков. За 150 пыльцы. Про дуэлянта я вообще молчу. У меня было, кстати, вот это 13 осколков. У меня было 300 осколков. Потолок. Но она вообще не падает. То есть на немке была выгодная акция. Там 20 осколков можно было получить. Ну а сейчас, как видите, максимум, что мы получаем, это 2 за прохождение 10 уровней. То есть по сути 50 пыли это 2 осколка. Вам надо 5000 пыли приблизительно, чтобы получить этого героя. Это просто трэш, ребят. Вот так вот. Так, поехали дальше. В общем, вот так вот. Лепите лайк за видосик. То есть 5000. Вам надо 1000 там, ударов сделать. Офигеть. Просто офигеть. Вот посмотрите, расходники в принципе падают. Падает все, что хочешь. Если раньше там герои падали, вот посмотрите, максимум потолок 2 осколка. Сейчас попробуем под конец поклоцать. Вот новая эмблемка. Ну, новый итем на 10 эмблемы. Вот что-то я пропустил. Она не падает за 10 тычек, как видите. Вот дуэлянта там еще падает. Ну, то есть, по сути, максимум, что падает, это чисто за прохождение 10. Все. Больше она не падает. То есть, насколько? 20 осколков за 500. Полный трэш, ребят. Насколько это имбалансный герой? Понятно, что сейчас он совсем по-другому, его стоимость расценивается, как это будет потом.
там спустя неделя-две. Возможно, нет, возможно, IDG все-таки возьмут правильную тактику. Я в этом очень сомневаюсь, чтобы герой действительно... Так, все, у нас забит. Забит. Чтобы герой действительно имел какую-то цену. Ну, хотя это надо было изначально делать. Они на разных серверах ведут разную, во-первых, ценовую политику. И нету никакого... Ничего себе, ребятушки, 5 осколков. Целых 5 осколков мы с вами получили. Это просто трэш. Еще один, еще два. Ну нифига себе. Итого у нас уже... А, было бы неплохо. 368. 30 осколков. Я же говорю, 4-5 тысяч пыльцы, и герой, возможно, будет собран. Ну, за 5 это 100%. Даже если вам не повезет так сильно. Ну, дуэлянт, видите, падает. 93 осколка уже за 500 собрали. Дуэлянт сейчас уже не проблема, его и так пихают. Но кровавая Мэри. Просто пипец. Один осколок. Да, просто... Просто зажрались. Ну, герой действительно имбалансный, судя по тому, что я вам показал. Герой действительно... Все, у нас уже места не хватает. Очень крутой для разных локаций. Так, что там у нас питомца можно улучшить. Хоть будет куда питомцев подевать сейчас. Герой действительно очень имбалансный. Поехали. Он будет уничтожать и Фрей, и Зефира при определенной сборке. Посмотрите, дуэлянты падают. Тут просто 2 осколка. Она даже чисто не падает в наградах. В обычных 50 камней, 100. Это просто трэш. О, ничего себе, новые награды. Да, ребятушки. Вот это трешечок. Короче, куча расходников. Так у нас забито. Ну, максимум, я же говорю, мы осколков 60-70 соберем. Это потолок. Это потолок. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге будет. Ну, как видите, она практически вот 2 осколка упала, и то это 2 осколка за прохождение 10. Пять! Нифига себе, целых 5 осколков, ребят. Это нам повезло. Смотрите, дуэлянты просто сыпят. Вот весь шанс... Это не то, что у меня шанс такой будет у всех. Вы прекрасно понимали, что этот герой действительно имбалансный. И он того стоит. Плюс 2 осколка. Итого 66. Ну, максимум, я же говорю, мы при хорошем везении это можно половину вытащить. То есть 3000 пыльцы это просто ни о чем даже. Ну, возможно, будут осколками продавать потом попозже. Но это, опять же, это не точно. Потому что герой действительно мега-мега супер. Ну, он будет унижать и огников, и всех остальных, и Фрей, и Зефиров. Поэтому 73 забит. Могли бы увеличить уже рюкзачок. Такс.
тут даже быстро щелкая, не щелкая, она реально падает только за прохождение 10. Ну, изредка там раз 10-20 ударов можно ее еще получить. А, вот 5 осколков, 90, ну 92 считаем, 1592, в среднем 3000, 3-4 тысячи, кому как повезет, уйдет на то, чтобы вытащить этого героя. Ну это реально, это жесть, честно скажу, это реально жесть, но герой того стоит. Думаю, скоро мы с ним познакомимся, очень близко. Так, практически, смотрите, практически уже пэта даже докачали. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Давайте еще пооткрываем плюхи, которые там нам дали. Может, там что-то интересное. Девятые скины. Рунки. Что там у нас? 8 таких мы словили. Плюс 30. Еще один талант. Дофига этих талантов, честно говоря. Так, надо будет открывать мешки питомцев теперь. Потому что их дофигища накопилось. Надо будет сделать эмблемку 10. Так, что у нас еще интересного есть? Все, все остальные это старые расходники. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Печаль, печаль, еще раз печаль для бездонатов, для донатов понятно. Пишите комменты, бомбите. Всем удачи, всем пока.